Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Сейчас я занимаюсь тем, помимо того, что создаю новые видосики, я начал заниматься на YouTube с самого начала, где-то года с 11-го, с образования. Естественно, я тогда не знал, как надо там обрабатывать видео, какие там теги писать, и какие там пояснения давать. И, знаете, просто выкладывал, выкладывал и выкладывал. Интереснейший материал, очень интересный, особенно целебная кулинария. И я вот просто пролистываю и вижу, что она просто-напросто незаслуженно обходится стороной, просто из-за того, что не попала она ни в какие топ-листы или еще что-то. Вот, сейчас я, значит, все это дело оформляю, выкладываю и рекомендую вам обращаться к целебной кулинарии. Видео сами по себе красочные, созданы для показа по ТВ и содержит много-много полезной и нужной информации. Так что заходите на целебную кулинарию, пересматривайте, берите рецептуру на заметку, применяйте, оздоравливайтесь. Вот. И не забывайте ставить вот эти все лайки, балалайки, колокольчики и прочее-прочее. И по возможности разбрасывать по разным соцсетям. Я думаю, что в ближайшее время все-таки начнет как-то народ умнеть. Знаете, он умнеет не из-за того, что начинает читать, а из-за того, что получается не то, что хотелось бы, и волей-неволей приходится обращаться к тому, что надо. В противном случае можно просто не выжить в нашем цивилизованном, либеральном, супер-супер добром и понятливом обществе. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.